Сейчас покажем ряд упражнений для прыжка, которые вы можете делать в зале, используя всего одну тумбу, может пару. Все упражнения легко технически выполняются, помогают спортсменам как начальных уровней, так и высоких. То есть спортсменов, которые уже достаточно высоко развили свой прыжок. Поехали! Спасибо, Антон, за советы. Думаю, зрители канала будут благодарны тебе. Спасибо вам. А будет продолжение? Да, вот. Все, кто хотите продолжение, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Если нужны какие-то советы, план тренировок, план питания, обращайтесь ко мне. Спасибо. С вами был Антон Чесноков, волейболист, выпускник этой спортшколы. Спасибо. Спасибо.